Всем привет! С вами канал «От рассвета до заката». Сейчас мы находимся в поселке городского типа Семейс. Сейчас мы находимся в Семейском парке на проспекте Ленина. Здесь стоит памятник скульптуры Дионису. Здесь уже памятник Аполлону. Здесь стоит скульптура Геракла. Чтобы попасть на скалу Дивы, мы прошли по вот этому Ленинскому проспекту, после Геракла сразу налево. И идем по дорожке. Но сейчас посмотрим, что там дальше будет. Еще здесь указатель есть, подвесной мост. Не знаю, работает он или нет. Такие кипарисики стоят. Памятник Ленину. Нами открывается вид на скалу Диву. Сейчас вот по этой тропке мы пойдем к ней. Мост на данный момент закрыт, но проход по нему 300 рублей. Вес до 100 килограмм человека должен быть. Рядом с ним сразу ступеньки идут, чтобы на скалу Диву пройти самому.
Сейчас по этим ступенькам мы пойдем вниз. Надо быть аккуратным при прохождении этих ступенек, потому что они скользкие. Людей очень много проходит по этим ступенькам, и они уже отполированы. Вот тут видно, как отражается солнце в полированных ступенях камней. Ну вот мы у подножия скалы. Ну, еще раз мост. Вид на пляж. Море штормит сегодня. Да, конечно, ступеньки и лестницы здесь поначалу немного стремноваты. Страшно идти по ним. Держится как будто на добром слое. Но даже отсюда открывается уже хороший вид. С другой стороны моста. Отсюда видно гору Кошку. Посмотрите на этот вид. Чайки летают вокруг моря, горы. Гора Кошка. Просто супер. Высота 51 метр. Вот пляж Семейс. У них остался один пляж, а дальше вот это все. Сейчас на реконструкции. Но людей много, потому что на одном маленьком клочке они там все помещаются. Также там есть и кафе, и бар. Но об этом мы расскажем вам в другом видео.